Привет, друзья! Желтые новости. 11 BMW 5 серии, завезенные в Болгарию в 1994 году, чудесным образом превратились в коллекционные ценности. Как сообщает портал AutoClub, со ссылкой на болгарское фейсбук-сообщество «Центр Забарбас Рджата», на днях на складе в городе Благоевград были обнаружены 10 седанов и один универсал BMW 5 серии в кузове E34, законсервированные сразу после поступления на склад 25 лет назад. Все автомобили, обнаруженные в Благоевграде, были выпущены в 1994 году. Подавляющее большинство из них – это модификации 520i, но есть и несколько более мощных вариантов 525i. По сообщениям болгарских СМИ, все 11 BMW приобретали в свое время для первого в Болгарии сервиса по аренде автомобилей, но по невыясненным причинам ни одна из обнаруженных пятерок в результате ни разу не выехала из гаража. Кресла большинства пятерок до сих пор обернуты заводским полиэтиленом. Двигатели, подвеска и трансмиссия в идеальном состоянии. На кузовных частях автомобиля имеются небольшие дефекты из-за неаккуратного хранения. 11 пятерок BMW планируется выставить на торги. По информации местных СМИ, стартовая цена на каждый раритет составит 15 тысяч евро. Впрочем, как отмечают наблюдатели, после приобретения такого автомобиля в Болгарии могут возникнуть сложности ввиду высокого налога на транспорт с низким экологическим стандартом. Вероятнее всего, найденные автомобили соответствуют экостандарту Евро-3. В связи с этим эксперты рекомендуют регистрировать такие машины в Германии или других странах, где имеются налоговые послабления для раритетных средств передвижения. У меня противоречивые мысли об этой находке. А что думаешь ты? Поделись в комментариях. Подписывайся на канал, жми на колокольчик. Пока-пока.